Здравствуйте, друзья! Это видео будет полезно тем, кто любит рыбачить на море, Балтийском, там, либо каком-то еще другом. Дело в том, что пойдет, так сказать, речь о том, как укладывать после рыбалки и вообще оснастки для ловли на камбалу. Особенно с отводными, так сказать, устройствами, которые тяжело разместить на обычных мотовилах. Так что посмотрите, кому-то будет полезна эта информация, друзья. Сегодня хотел бы вам показать и подсказать, может, кому-то, как выйти из положения хранения и укладки оснастки на камбалу. Давайте посмотрим. Я вот таким способом решил проблему укладки оснасток на камбалу. Вот объясню почему. Ну, в каждой вот таком, каждом таком мешочке находится по одной оснастке. Вот, она лежит, вот, посмотрите, я ее вытаскиваю сейчас при вас. Она у меня, в принципе, раз и готова, так сказать, к бою. Все, вот сама оснасточка. Давайте мы ее повнимательнее с вами посмотрим еще на всякий случай. Вот они, отводнички. Вот они, оснасточки такие у меня. Здесь самая главная фишка в чем? Вот здесь вот 80-ка. Груза сам я, кстати, лью. Вот, и оснасточки я сам делаю. Вопрос в том, что мы эту оснастку не запутаем никогда, потому что она у нас одна в таком чехле. Мы ее берем, спокойно положили, вот там можно месяц с грузом вот так вот порыбачили, песок отряхнули, сложили, и все, она у нас одна тут лежит. Вторую не надо ложить, иначе соответственно что перепутать. И вот таких вот вам три штучки там, да, ну четыре там на всякий случай, вам всегда хватит. Вот они, вот достали, развернули, все, все готово, все, пожалуйста, ничего не спутано. Самое главное, отводники, они не помяты. Это вот я уже где-то предыдущие были рыбалки на что-то наматывал, видите, они уже кривоватые, это неправильно. Ну, в следующий раз я буду их уже, соответственно, нормально укладывать, и у меня проблемы так и не будет. Вот, ребят, советую. Стоит 50 рублей, там, вот, не знаю, на Алиэкспресс, может, дешевле найти. Взяли себе таких нескольких пакетиков, мешочков, все. Порыбачили на камбалу, сходили, назад уложили, все аккуратненько, удобно. В сумочку там какую-то в пакетик положили, все нормально. Не надо постоянно распутывать, сидеть там, придумывать какие-то там банальные мотовилы. Это какие должны быть мотовилы, чтобы не погнуть отводничок. Все равно он где-то попадать будет на какое-то ребро, и, соответственно, будет излом, повреждение этого отводника, так сказать. Поэтому я вот предложу бы вам такой вариант для камбалы к оснастке. Все, ребята, всем добра и хорошего клева.